Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим проходить дополнение к Watch Dogs под названием «Дурная кровь». И... наверное, мы ждем звонка. Вот этого. Рэй, я нашел планы этого места. Все для тебя отметил. Встретимся там. Прикроем эту лавочку. Где это у нас? Тут-то здесь. Куда ближе, наверное, отсюда поехать? Хотя я не уверен. Все равно это далеко. Ну, хоть немножко ближе. Хотя там у меня уже и тачка найдена была. А здесь нет. Можно вызвать. И быстренько доехать. Ладно. У меня же были неплохие машины, где они? В какой категории? Или угнать? Ты будешь стучать? Не трогайте! Толстуха. Жирная коза. Не стучать хотела. Так. Да чего они по дороге-то прутся? Они не видят, что ли? Ничего. Вообще обнаглели. Местные люди. Местные аборигены. Мчусь на всех парах. Мочить дефолта. Я почти приехал. Уже у цели. Вердикт. Называется задание. Рэй, удастся нам обыграть дефолта? Нет. До сих пор мы играли по его правилам. Рисковать эта сука не станет. Чую, есть подвох. Стопудово, блин. Сначала нужно осмотреться. Осмотреться, тупая башка. Привлечь, взорвать, взорвать. Что-то больно скромно. Не похоже на дефолта. Как пить дать, внутри адище. Устроил вендетту, блин. Нет бы просто убить. Да ну взорви. Целое шоу устроить задумал. Кто там еще? Так, он говорит скромно, да тут и так народу-то полно. Ничего себе скромно. Так, он достаточно близко? Нет. Люди, он от взрыва умер. Я тут ни при чем. Да ну встань. Ладно. Хорошему он прислоняться не хочет. Сейчас замочит его. Нет.
еще двое. А нет, больше. Там элита. Я думал, попал в голову. Ищите его! Смотри! Чё за... твою мать! Поберегись! Все, один. Уж надеюсь. Хотя дальше еще будут пацаны. Тихо. Да ну прислонись. Вот почему он сюда не прислоняется? Этих я могу нейтрализовать. Черт, Рейкини! Декс, приоткроем этот ларчик. Темно. Фонарика нету. У меня уже вроде был какой-то. Или это телефон? Свет. Вижу тебя, Фрюер. Могу открыть дверь. Будь бог. Сложно. Я ж без таблеток. Ты достал? То есть? Таблы тебя не спасут. Завязывай ныть. Отрасти уже яйца, блин. Окей, окей. Мой любимый взлом. Так, это так, это так. Нет, должна вот сюда идти. Все. Рэй, не знаю, что ты сейчас сделал, но дверь открылась. Я захожу. Встретимся внутри. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется, раз. Так, минус один. А тут дискач. Ладно, его пока трогать не будем. А укрыть и спрятаться не получится! Все, спалили. Мне кажется, что слишком громко.
Да почему? Вы погибли. Не люблю этих здоровяков. Они мне никогда не нравились. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется раз. Так, так-то там дрищ какой-то еще шел. Нет. Сейчас даст меня. Это здоровяк, а нет. Да, это здоровяк. Что-то тут не так. Сейчас он от того упасть. Замри. Ну, второго я уже находил тогда. Наверное, это он. Или нет? Вот он. Вот это уж точно он. Так-то лучше. Того надо убрать. Зачем его одного тут оставлять? Найдите снайпера. Ищите. Не спать. Нормально он тут обустроился. Ворота. Да, мне все это не нравится. Что он задумал? Можно было камушком подпереть. Хочет вырубить меня инфразвуком, скотина поганая. Чего? Нужно его выключить. Рэй, я не могу их обойти. Подожди, ты где-то близко. Видишь меня? Да, но придется попотеть. Говори, куда идти. Слушаю. Каким-то он больно храбрым стал. Да боже, что за фигня? Это не я вожу. Не мешайте мне. Лабиринты, блин, сплошные. Ну, вперед!
Иди туда. Да, вперед. Не можешь его обезвредить? Иди сюда. Давай. Быстрее. Пошел, пошел. Давай. Ну, быстрее. Окей, иди. Да, что-то тут не так. Давай. Ну, вперед. Так, он почти добрался. Окей, иди. Да, вперед. Нифига себе. Впервые смог. Откроешь мне дверь? Да. Сопроводить. Обычно у меня не получалось. Вы как, близко? Тут все поменялось, но если планировку сохранили, то мы близко к центру управления. Круть. Встретимся там. Я есть бог из машины! Мне накрыло. Ну, поднимайтесь. Чего вы засели? Где? Так, ну... А укрыться и спрятаться не получится! Мочи! Теперь лучше не высовывайся, иначе тебя кокнут. Снайпер! Там нет пулемета. Я все вижу, Рейн! Отпусти Рейна Соду, чтобы дать ему уйти от ключей. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту. Я, может, и виноват. Ну вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание! Не вы! Не вы! Что ж, выбор сделан. Прощай, Рейн. О да. Сайонара. Пойди, мимо.
мобилу подними! Я не могу так быстро. А что надо делать? Его не покажут. Эй! Эй! Не иди на свет! Рэй! Рэй! Молодца! Ты как, друг? Я уж решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. А? Я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, Фрейр. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. А не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. Хотя... Допустим, я останусь. На какое-то время. Поискать. Бреши в сети Брюм. Поможешь мне? Ты еще спрашивай! Наша команда снова в строю! Но минус один. Ничего. Это поправимо, есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да, он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? А? Блин, смеётся он. Ну, прости, тоже ж ты. Что мы пьём? Что-то под названием Замбези. А мы пиво куда дел? Я его вылил, оно воняло. Неужто пиво? Ну, уж точно не фруктами. От фруктов ни следа. Стоп. Вон оно чё. Ага. Послевкусие фруктовое. Проще будет сок взять. Ты безнадёжен, ты. Твоя очередь. Чё там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Нет. Блин, Рэй, ну чего ты ломаешься? Ты попробуй, и не просто так народ это обожает. Чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Да? Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Молодец, я же с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетова. Рэй? Ты съешь этот сраный бургер. Нет. Жри. Нет. Хоть вкусней. Нет, Штандеру, Шарахту! Я тебе его... Сейчас, блин. Твою ты мать. Да не гони, он вкусный. Я бы сказал, охрененный. Реклама Макдаков.
Вот и прошли дополнение к Watch Dogs. Игра была неплохой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.